болгарською. Шановні друзі, шановні южниці, шановні гості, для нас сьогодні велика честь приймати вперше такий фестиваль «Фолкфест Южний», де приймають участь представники інших держав. Сьогодні чотири країни приймають участь в такому фестивалі. Ви знаєте, що ми сьогодні знаходимося напередодні найбільш великого свята в Україні – 24-ї річниці Дня Незалежності України. А сьогодні було свято і є свято, продовжується свято – День Державного прапора України. І таке свято, таке масштабне, вперше у нас проходить за все існування нашого міста. Я думаю, що це буде доброю традицією. І хотілося б, щоб ми кожен рік на свято нашої держави, в День Незалежності, в День народження нашої рідної України проходило таке свято в місті Южному. Я щиро всіх вітаю святом, бажаю успіхів, щастя, здоров'я, хорошого настрою і слава Україні! Запрошуємо до мікрофона представника з Болгарії, будь ласка, Красимира Ятакчиева. Уважаемый господин кмет, уважаемые гости и жители на прекрасный град Южный. Уважаемый господин мэр, уважаемые гости прекрасного города Южный. Имам честа да ви поздравя по повод откриването на този прекрасен фестивал. Имею честь поздравить вас по поводу открытия этого замечательного фестиваля. Носим ви поздрав от Болгарии. Мы вам привезли свои поздравления из Болгарии. Ние сме представители на една неправителствена организация Платформа Агора, която е партньор на Украина и Гърция по проект «Черноморский ареал за культуру и искусство». Они представители негосударственной организации общественной, которые являются партнерами Греции и Украины по программе стран Причерноморья. Чрез този проект ние създаваме общо културно пространство между Украина, Гърция и Болгария. Через этот проект они создают культурное пространство между Грецией, Болгарией и Украиной. Благодарим на кмета на град Южни и на госпожа Наталья Львовна, които създадоха блестяща организация за нашето гостуване. Они благодарят организаторов и мэрию города за прекрасную организацию этого праздника. Желаем здравия и благоденствия на жителите на този прекрасен град и успехи в неговото развитие. Желает здоровья и благополучия всем жителям этого города и успехов в его развитии. Запрошуємо до мікрофону представника з Греції Феніс Дзенетідіс. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Добрый вечер, дорогие друзья. Κύριε Δήμαρχε. Господин Димарх. Σας χαιρετούμε. Мы вас приветствуем. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας εκφράσω. Прежде всего хотел бы вам передать τις ευχαριστίες μας για την υπέροχη φιλοξενία στην πόλη σας. Нашу огромную благодарность за теплую встречу в вашем прекрасном городе. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Κομωτινής. И передаю вам огромный привет от главы нашего города Комотини из Греции. Петрίδη Γεώργιο. Γεώργια Πετρίδη. Βρισκόμαστε στην περιοχή σας, την οποία την εκφράζουμε σαν Ελλάδα. Мы находимся в вашем городе и находимся под большим впечатлением, как будто находимся в нашей Элладе. Гостиница Эллада, комплекс Олимпос, кафе Арго. Все это нам так приятно, что не можем выразить свое восхищение. Μας ιδέει μια μακροχρόνια σχέση, η οποία διατηρείται και σήμερα. Нас с вашим регионом связывает долгая дружба, и которая продолжается до сегодняшнего дня, и надеемся, что будет еще долго продолжаться. Με το πρόγραμμα Μπασάκα που υλοποιούμε, по программе, финансируемой Европейским Союзом, сотрудничество стран Причерноморья, Болгарии, Греции, Украины, мы оказались в вашем городе. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς και ιδιαίτερα τους οργανωτές της εκδήλωσης этого мероприятия, участников большой программы Европейского Союза. Особенно госпожу Наталью Кузик, которая так много постаралась, чтобы это все было проведено на высшем уровне. И имеем большое желание, чтобы наше сотрудничество продолжалось еще много. Большого успеха всем вам и всем вам счастья, здоровья и всего доброго. Этому городу всего наилучшего. Слово надається меру міста побратима Кьорменд з Угорщини Бебеш Іштван. Добрый вечер. Добрый вечер, Южный. Добрый вечер, Украина. Engedjék meg, hogy Kьорменд városa nevében szeretettel köszöntsem valamennyiüket. Разрешите мне поздравить вас всех от имени нашего города Кьорменд. Megköszönöm polgármester úrnak, valamint Juzsné városának, hogy meghívtak bennünket a mai ünnepre. Благодарю господину мэру и вашему городу, что пригласили нас на этот прекрасный праздник. Öröm számunkra, hogy egy olyan fontos ünnepen vehetünk részt, mint az ukrajnai zászló ünnepe, vagy Ukrajna nemzeti ünnepe. Мы очень рады, что пригласили нас на этот праздник, на праздник вашего флага Украины и Дня Украины. Кьорменд városa nagyon fontosnak tartja kapcsolatot a két város között. Наш город считает очень важным сотрудничество между нашими городами. Engedjék meg, hogy gratuláljak polgármester úrnak, valamint csapatának azért a munkáért, amit a városban végeznek a juzsnyi emberekért. Так как мы увидели, разрешите мне поздравить господина мэра и его команду. Очень хорошую работу делают здесь в вашем городе. Mi láthatjuk, hogy a juzsnyiak szorgalmasak, sokat dolgoznak és vendégszeretők. Мы видим, что ваши южняне очень трудолюбивые, гостеприимные люди. Ezt szeretnénk viszonozni Kьорменд városa nevében. И я надеюсь, что в следующий раз встретимся у нас в нашем городе, и мы тоже пригласим вас. Tehát engedjék meg, hogy finom magyar dolgokkal kedveskedjünk az itt élőknek. И разрешите, чтобы пригласили вас попробовать венгерскую кухню, magyar nemzeti ételekkel, венгерские блюда, a férfiaknak erős itallal, для мужчин крепкую палинку, a hölgyeknek egy kicsit finomabb borral, женщинам легкое вино, a gyermekeknek pedig kis édességgel. A детям сладости. Tehát engedjék meg, hogy meghívjam önöket egy pici magyaros vendéglátásra majd a sátorunkba, mind a mai, mind pedig a holnapi napon. Köszönöm a figyelmüket. И в конце еще раз разрешите пригласить вас к нашей палатке. Там есть, можете и сегодня, и завтра попробовать бесплатно нашу кухню. Спасибо. Дякуємо за добрі і приємні слова нашим гостям.